Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом данного путешествия я бы хотел поблагодарить всех наших подписчиков и спонсоров канала за вашу месячную подписку. Спасибо, ребята! Ну а сегодня в этом ролике мы с вами рассмотрим еще одну интересную систему от нашего мода-дела монтажа. Система под названием Stanton. Мы уже, кстати, делали ролики по его работам. Если кто помнит, это ролики по системам Кайлин, Анубис, Кинтара. Все ссылочки я на данные работы обязательно оставлю в описании. Тем, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Что представляет из себя система Stanton? Я так понял, эта система принадлежит одноименной игре под названием Star Citizen. Честно говоря, я в эту игрушку не играл, но это, по-моему, какой-то многопользовательский шутер про колонизации, захватывание планет, добычи на них вроде как каких-то полезных ресурсов. Вот она, система Stanton. Кстати, система Stanton находится в галактике Центавр А, которая находится от нашей галактики Млечный Путь на расстоянии 13,5 миллионов световых лет. Давайте немножко приблизимся к данной системе. У звезды Stanton имеется 4 планеты. И, между прочим, на всех этих 4 планетах есть своя жизнь. Планеты были со временем терраформированы. Так, очень-очень становится ярко, и я предлагаю приблизиться, наверное, сначала к первой планете. Это планета Херстон, умеренная озерная терра. Да, на планете есть все необходимое для жизни, хорошая температура. Солнечные сутки идут 17,5 часов, давление также, в принципе, в норме. Температура 3 градуса, парниковый эффект 51 градус по Цельсию. Вообще, по идее, как я читал, что эти планеты относятся к планетам суперземли. Есть кислород, есть вода, азот, аргон. Кстати говоря, звезда Stanton, по-моему, относится к классу звезд, как наша звезда Солнце. Диаметр его намного... Нет, я, по-моему, здесь немножко ошибся. Извиняюсь. 7 диаметров Солнца. Невероятно большая звезда. Масса на одну больше нашей звезды. Так, число планет 3. Конечно, странно, это очень отображено. Мы видим, что Херстон — это первая планета, класс умеренная озерная терра. Далее планета Крусейдер, прохладный супер-Юпитер, прохладная озерная терра, планета Аркоп и Луна... А, вот оно что, Луна Микротэч. То есть это не считается планетой, а я почему-то смотрел, когда мы сейчас были на орбитах. Вроде бы это как была планета. Хорошо, ладно, сейчас мы все по порядку разберемся. Даже если это так, даже если это Луна, она полностью с жизнью. Посмотрите, она очень напоминает планету Земля. В изобилии вода. Температура, правда, здесь минус 113 градусов по Цельсию и давление очень большое. Так, давайте атмосферное давление, вернее, маленькое там. Вернемся к планете под названием Херстон. Что планета это из себя представляет? Давайте я вам по-быстрому расскажу лор и суть системы Stanton, которая связана с игрой Star Citizen. Это единственная, так сказать, звездная система, в которой все планеты пригодны для жизни, как я сказал в самом начале нашего ролика. Никто точно не знает, кто был первым открывателем системы Stanton. Возможно, какой-то заблудший
торговец, потому что весь лор игры происходит спустя несколько тысячелетий, когда люди стали путешествовать на далекие просторы космоса, стали открывать новые планеты, пригодные для жизни, искать какие-то полезные минералы. В общем, короче говоря, слухи быстро достаточно распространялись, что в данной звездной системе есть жизнь, а также на планетах находится очень множество различных минералов. И поэтому четыре известные компании планеты Земля решили сделать большой шаг в эту галактику Центавр-А и завладеть этими планетами, чтобы добывать на них различные ресурсы, а также делать свое производство. Именно вот эти четыре планеты, они и названы в честь этих компаний. Компания Херстон, Крусейдер, Аркорп и Микротеч. Компания Херстон завоевала близлежащую к звездной системе Стентон и тем самым начало производить на планете различное оружие, а также стало принуждать к работе все те организмы, то есть похожие на человеческую жизнь, к работе. То есть, грубо говоря, существа на этой планете стали рабами. Мир и вообще экосфера Стентона была в значительной степени разрушена. Здесь почти вся жизнь коренных народов погибла в результате добычи и производства. Планета Херстон всегда нуждается в дешевой рабочей силе, и с планеты Земля сюда многие пытаются попасть, чтобы заработать. Скажу больше, что компания Херстон также занимается добычей на планете какого-то вещества либо материала наподобие антиматерии. Что это такое, пока неизвестно, но это сверхсекрет этой компании. Да, планета, конечно же, выглядит очень уныло. Возможно, здесь когда-то были какие-то растения, но мы видим, что все просто уничтожено различными парниковыми газами. Компания просто решила выжать все из данной планеты, тем самым погубив всю экосистему. Планета Крусейдер – это маломассивный газовый гигант с атмосферой, пригодный для дыхания на больших высотах. Воспользовавшись этим, планета стала домом для построенной военными решетчатой конструкции из обитаемых плавучих платформ. На этих платформах размещены различные жилые постройки, где живут различные рабочие, также военные и некоторые сотрудники из компании Crusader. А также компания Crusader устраивает сюда туристические различные путешествия. Говорят, что находясь на этих платформах, из окон открывается красивый вид на газовый гигант, на его облака и вообще на космос, на ночное дневное небо. У данного газового гиганта есть три луны. Это луна Целин, луна Даймар. Кстати, обратили внимание, Целин очень был похож на Европу, на спутник Юпитера. В принципе, да, это, скорее всего, такие ледяные шары, ледяные миры. И луна Елла. Третья планета Стентона – это планета под названием Аркорп, которая принадлежит одноименной компании Арк Корпорейшн. Планета полностью также застроена жилыми домами, а также на планете строятся и производятся различные фабрики по производству термоядерных двигателей. К сожалению, из-за
огромного фабричного производства, а также выхлопа и выпуска углекислых газов, атмосфера Аркорп также понесла огромный ущерб, что повлияло на фауну и экосистему данной планеты. Но, тем не менее, мы видим, что на планете Аркорп имеется вода и небольшое количество кислорода. Планета Микротеч принадлежит компании Микротеч, и, к сожалению, данная планета также была практически весь мир ее обитаемый. Экосфера была уничтожена различными выбросами в связи с производством самой компании здесь различных новых передовых технологий связи. На планете имеется большое количество построек, в том числе и жилых, и, к сожалению, в последнее время находящиеся на этой планете люди все больше и больше покидают этот мир, потому что температура на планете стала очень невыносимой, большой холод минус 113 градусов по Цельсию, так как сама компания Microtech со временем уничтожила данный мир из-за производства. Ну а на этом мы с вами наш небольшой экскурс-обзор по системе Stanton, связанной с игрой Star Citizen, окончим. Работа от подписчика «Монтаж» будет в ссылочке в описании под этим видео. Обязательно подпишись на нее, а также вам понадобится установить мод под названием «Центавр А», дабы у вас не было различных ошибок и вылетов из игры. Сами можете пройтись по этим четырем планетам, изучить его мир, и как видите, что куда бы человечество ни ступило, к сожалению, оно везде может повлиять на судьбу других организмов, может его просто разрушить. Ну что же, если вам понравился данный небольшой обзорчик, пальчик вверх, подписка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия в мире Space Engine. Всем новых открытий. Пока-пока.